Градус умиления зашкаливает, восклицают поклонники Евгения Петросяна и его жены Татьяны Брухуновой. В пасхальные выходные супружеская пара поделилась трогательными фотографиями в соцсетях. Звездная семья отправилась в храм освещать куличи. Несмотря на сдержанный наряд и большие солнцезащитные очки, было заметно, что Татьяна светится от счастья. На этих кадрах все семейство в полном составе. 77-летний юморист, его 34-летняя супруга и 3-летний сын Ваган. Многие поклонники пары пожелали им счастья и восхитились, насколько милыми получились снимки. Однако всегда находятся хейтеры, которым невозможно угодить. В частности, Татьяну до сих пор донимают подозрениями о том, что она воспользовалась услугами суррогатной матери. Ведь Брухунова скрывала не только факт беременности. О рождении Вагана она тоже рассказала только спустя 3 месяца после его появления на свет. Вообще, жена Петросяна поднимать эту тему не любит, но иногда ее терпению приходит конец. Я уж точно не буду обсуждать, как кормила грудью. Вообще, мне хочется отправить к психиатру тех людей, которые задают вопросы о том, почему не снималась беременной в кружевных трусах. Мне кажется ненормальным такого рода интерес, возмущается Брухунова. В числе недоброжелателей Татьяны замечена и Ксения Собчак. Она тоже любит бросить какую-нибудь колкость в адрес жены Петросяна. Супруга Евгения Вагановича восхищается молодыми парами и традиционными ценностями. «Всегда приятно, когда скрепы не трещат», – язвит Ксения. В свою очередь Брухунова удивляется. «Журналистка прошлась по мне. Признаться, я не из тех, кто отслеживает публикации о себе, но тут стало любопытно. Все же профессионал с высоким рейтингом цитируемости, и вдруг я. Неужели человек, живущий вне тусовки, избегающий контактов со СМИ, представляет интерес? Сомневаюсь. Но тем не менее, прополоскать белье не чураются даже авторы с именем. Итог. Нет, меня не обижают чьи-то выводы обо мне. Поскольку никакого касательства ко мне лично, чужие домыслы не имеют», – рассуждает Брухунова. Ставь лайк, если понравилось видео, и жми на значок колокольчика, чтобы не пропустить новые ролики.